Всем привет, дорогие друзья! Я приехала в Медиамарт, так как хочу выбрать себе новый утюжок. У меня окончательно мой уже сломался. Мне нужно вытягивать волосы. Я люблю, когда у меня волосы прямые, хотя имею по природе кудрявые волосы. Так что будем сейчас выбирать с вами мне утюжок. Посмотрим, что есть в наличии. Надеюсь, что что-нибудь выберем. Ну все, пошли. Так, ну такой ассортимент есть, вот такой вот сейчас 44,99 за 45 евро. Но здесь такие, конечно, очень узкие пластины. И вот такой вот Philips, а нет, это не Philips, за 84,99 за 85, а Браун. Здесь вот этот неплохой. У меня Брауна на утюжка еще нет, не было. И также вот мне интересен вот этот за 90 евро, сейчас со скидочкой. Philips. Ну, здесь очень узкие пластины, у меня широкие, у меня волос много и длинные. Может, не очень будет удобно. Такой вот за 79,99. Есть разные фены. 66 вот такой вот валяю. Philips 54,99. Ну, я сейчас выбираю утюжки. Мне сейчас интересны утюжки. Ну, то, что выберу, потом приеду домой, покажу вам. Такой есть совсем маленький. А, кстати, еще... А вот этот, интересно. Боже, это такой дорожный. Ну, что им выпрямишь? Мои волосы точно, наверное, до завтра будут выпрямляться. Такие стайлеры. Ну все, мы уже пришли домой, я уже купила себе утюжок. Сейчас я быстро приготовлю быстрый обед и сделаю распаковочку. Также пришла еще посылочка с Makeup, так что в этом видео будет еще небольшая распаковка. Буду готовить я макароны по-флотски. Мы готовим по-разному, делаем и соусом болоньез, и делаем всякие пасты со сливками. Но в этот раз захотелось такого именно как маминого рецепта, именно макарон по-флотски просто с фаршем. Из трех ингредиентов, можно сказать. Фарш, лук, одна луковица средняя и, конечно, любимые макаронные изделия. Мы любим вариллу, будем делать из... Уже закипает вода, не обращать внимания. Будем делать из спагетти. Это блюдо очень быстро готовится и очень-очень вкусно. Показывать не буду, уже покажу конечный результат, как у нас получилось. Получится очень вкусно. Это проверенное блюдо, когда вот нужно быстро приготовить. Супер получается. Так, ну вот фарш уже обжаривается. Немножко шумно, шумит вытяжка. Потому что как котлеты жаришь или фарш, тогда он немножко запотело. Обжаривается фарш. И вот уже варятся макароны. Так что сейчас будем уже, можно сказать, все готово. Сейчас салатик быстренько сделаю, покажу, как получилось. Вот такая вот у нас сегодня погодка. Ну, не скажу, что очень солнечно. Ну, дождя нету, уже радует. Окна открыты, потому что все знают, когда обжариваешь фарш или котлеты, запах стоит, конечно, это очень вкусно, но полностью потом нужно купаться. И все менять, всю одежду. Пишите комментарии, у кого так же. Я ненавижу запах еды, когда одежда пахнет едой, или я полностью открываю все окна, чтобы все проветрилось, и чтобы максимально... запаха не оставалось. Так, ну вот такое вот вкуснющее блюдо получилось. Пишите в комментариях, готовить ли вы так же. Также уже наложила в тарелочку, чтобы вам показать, и уже первая порция готова. Еще я приготовила салатик. Салат у нас будет с такой с синей капустой, с морковкой. Просто зеленый лучок, также укропчик, заправляю подсолнечным маслом, не оливковым, и немножко уксуса и сахара. Ну, соль, перец, это понятно. Также я приготовила, у меня был болгарский перец, и я приготовила такого лечо. Тоже здесь томатная паста, также ну, такой, как томатная паста с соком, да, вот такая вот жидкая. Лука достаточное количество и болгарский перец. Обалденно получается, тем более с макарончиками будет просто песня. Ну все, сейчас мы будем обедать. И после того, как мы пообедаем уже, я
отсниму распаковочку мейкапа и также вот такая вот вкуснятина у нас будет. Очень вкусное блюдо. Все, всем, кто сейчас ест, всем приятного аппетита. Встретимся чуть позже. Так, ну все. Мы поели, теперь делаем распаковочку. Я себе купила вот такой вот утюжок. Все-таки остановилась на Филипсе. Да, он немножко дороже, но я так посчитала, что волосы такая вещь, которую ну, легко спалить. И лучше купить хороший утюжок с хорошими пластинами защитными, также с ионизацией. И на него была скидочка. Получается, изначально он стоил 105 евро, я его купила за 89,99. Вот такой вот. Сейчас будем распаковочку делать. Немножко отсвечивает лампа, уже вечер. Вот такой вот. Сейчас самое интересное, обычно у нас, да, допустим, проверяют в магазине, работает, не работает. Здесь нет, просто вот так вручили, ничего не проверили. И это очень странно. Но у каждой страны свои законы. Вот я, видите, наконец-то буду выравнивать волосы. Так что сейчас будет распаковочка такого вот утюжка. Я, наверное, сейчас переведу камеру. Также сейчас будем распаковывать посылочку с мейкапа. Такая небольшая пришла к нам. Будем распаковывать. Покажу, что же мы заказали. И ну, это сначала сделаем распаковку утюжка, а потом сделаем распаковочку уже с мейкап посылочки. Сейчас переведу камеру. Будет так лучше видно, я думаю. Показываю поближе утюжок. Вот такой вот я купила утюжок Philips. Сейчас будем распаковывать. Это нового поколения уже. Так. Вот такой вот красавчик. Я показывала его в магазине. Ну, остановилась на нем. Честно говоря, особого выбора много не было, потому что, конечно, был ограничен бюджет. Так. Здесь, кстати, в комплекте к нему идет. Ну, давайте сначала утюжок покажу. Немножко неудобно, конечно. Вот такой утюжок. Здесь можно выбирать разные режимы температуры до 230 градусов. Я свои волосы, у меня кудрявые, такие пористые волосы. Я свои волосы на 200. Я подключила его уже к розетке, сейчас проверим его, включаем, ага, вот, зажглось, и здесь есть колесико, которым мы выбираем режим. Я свои волосы обычно вытягиваю на 200 градусов, также им можно делать завивку. Ну, в этом нужно разобраться, я, честно говоря, редко очень делаю локоны, так как у меня... у самой волнистые волосы. И также есть режим ионизации. Это чтобы волосы не электризовались и как бы не портились. У меня был подобный утюжок. К сожалению, с ним что-то случилось в районе шнура. Ну, не получилось его отремонтировать. Вот пришлось купить новый. Конечно, незапланированная покупка, но что делать. Все работает, все хорошо. Отключаем его. Я, может быть, в каком-то из других влогов уже... Сейчас отключу. Покажу вам, как он... Как я вытяну волосы, как он действительно действует. Так, даже дальше в комплекте здесь инструкции идут. Такие вот. И классно мне прилестило то, что в комплекте идет вот такой еще чехол. Для, ну, хранения, для правильного хранения. Вот у меня почему тот утюжок сломался, шнур, потому что, ну, нельзя, к сожалению, горячим его сейчас класть, я бы показала. Вот сюда закладывается шнур, а сюда утюжок. И тогда все, ну, по крайней мере, должно быть, все хранится безопасно для, и он не будет перегинаться. Классный чехол, мне очень понравился. Так что я надеюсь... Ну, если мне года 3 прослужит, он тоже брендированный, Philips, то будет идеально. Мне тут прослужил около, наверное, 5 лет.
Так что я считаю отлично. Просто немножко не вовремя. Все, сейчас я все это уберу и будем распаковывать с вами посылочку от MakeUp. Покажу, что же мы там заказали. Так, ну все. Утюжок показала. Классный утюжок, я очень довольна, так что надеюсь, что он мне долго прослужит. Покажу же, что же мы заказали в MakeUp. Такой, как всегда, по мелочи. Все мы девочки. Также здесь есть, мы друг другу сыны подарили подарок на 8 марта. В этой посылочке есть. Мы очень любим одну помаду, очень классная. Мы ее постоянно пользовались, у нас полностью уже закончилась. Даже немножко уже по карандашикам подзабирали. Очень классная, она мягкая. Шикарная помада, хорошо увлажняет губы. Ну, сейчас покажу и более подробно расскажу. Открываем посылочку. Так, вот у нас. Буду постепенно. Давайте я буду постепенно показывать. Первым делом это, как всегда, наши краски. Мы пользуемся профессиональными красками. Это идет от Vela Professional Callistone. Вот такими красками. Классная краска. Мы очень много лет уже ими красимся. Я неоднократно уже об этом говорила. И подходит абсолютно. У нас с сыном одинаковый цвет волос. Вот такие вот 10-16. Немножко отсвечивает. 10-16. Наш цвет волос Vela Professional для именно блонда подходит отлично. Ну, здесь нужно учитывать, что, допустим, у меня пигмент волос светлый. Я сама блондинка, ну такая темная просто, ближе к русой. Это уже за счет того, что я крашусь, немножко цвет поменялся. И вот это очень хорошо ложится краска. Но в последнее время что-то вот в Германии не видно немножко другой состав, или я не знаю, хотя в Украине мы красились. Ну, возможно, за счет стресса волосы тоже немножко изменились. Так, дальше купили вот такой вот один оксид, это к краске. Мы берем всегда пол-литра, у нас заканчивается уже бутылочка, мы побоялись, что нам не хватит на двоих покраситься, и взяли маленькую. Почему маленькую взяли? Потому что не было пол-литра. Было полтора, но мы брали полтора, но из-за того, что она долго стоит, мы же только вдвоем красимся. Ну, немножко потом другой цвет получается, нужно свежее. А вот пол-литра нам отлично хватает, все. Ну, не было в этот раз именно оксида пол-литра. Берем мы девяточку, 9%. Вот нам хорошо закрашивают и корни. Ну, нужно учитывать, что мы только корни красим. И потом где-то, ну, через раз немножко с водой спениваем и на длину. Тоже, уже когда уже принимаем душ, буквально на 3 минутку для того, чтобы обновился цвет. Ну, сколько красимся, очень много лет этой краской. Перепробовали до этого много такой тоже, когда и волосы немножко у нас испортились другими красками. А вот это отлично. Ну, как бы нам она подходит шикарно. Хорошая краска. Так, дальше. Еще была при покупке двух красок, если две краски, вот это в MakeUp, вот такая вот миниатюрка Vela Professional шампунь. Но мы пользуемся другой шампунь, мы показывали, у нас есть на сайте, у нас есть на канале наши средства, мы делали обзор. Уход за нашими волосами. Мы пользуемся L'Oréal Professionnel. Ну, попробуем, я не знаю, такая миниатюрка. Хорошо, что они кладут, а вдруг нам подойдет. Мы ее никогда не пробовали. Так, дальше. Дальше Инна заказала себе, она любит красить стрелки, вот такую вот подводку L'Oréal. L'Oréal, вот такая вот, давайте я покажу вам. Вот такая вот. Классная подводка. Неоднократно она ее уже брала. Ей нравится. Вот такая. Кому будет интересно. Стоимость ее на MakeUp
8,59. Хорошая подводка, она, вот смотрите, я только намазала, не смазывается. Вот, быстро высыхает, и вот, сколько я уже тру, отлично. Ну, действительно, классная подводка. Хорошая подводка. Так, дальше. Ну, я крайне редко крашу стрелки. Я в основном, если что-то, или просто нижнее веко немножко подкрашиваю карандашом, или тени. Ну, тени такие легкие, коричневые какие-то, так, чтобы подчеркнуть глазки. Так, дальше. Инна пользуется вот такой мицеллярной водой Биодерма. Я пользуюсь обычной Гарниер. Она мне подходит. И да, она немного... Гарниер, кстати, мы были у косметолога, когда в Киев выходили. Гарниер такая себе. Она чересчур жесткая. Ну, у нее такой состав, такой жесткий. И желательно более мягче использовать мицеллярки. Вот эта Биодерма отличная. Но это Инна берет, потому что у нее сейчас вообще ничего не подходит. А вот эта мицеллярка отлично. У нее аллергия начинается. Биодерма, такая мицеллярка 12.30 стоит на Майкапе. 500 мл. Вот такая Биодерма. Ну, классно. Я тоже пробовала, но мне пока дороговато. Ну, если бы, конечно, мне не подходила та, я бы пользовалась этой. Ну, в альтернативе потом я буду пользоваться этот, конечно. Сейчас пока Гарниер. Так, и последнее. Мы заказали вот такие две помады. Это мы друг другу подарили. От Клиник. Вот такая вот. Это именно на постоянной основе красит самая классная помада, которую у меня было. Честно. Было у меня много помад. Это от Клиник. Супер. Стоит она 17,42 на Майкапе, там была скидка. Почему вы делали заказ на Майкапе? В Дугласе значительно дороже краска, она стоит 14 чем-то. И значительно стоили дороже вот эти помады. Они стоили около 22 чем-то евро. А на Майкапе была хорошая скидочка 17,42. Сейчас вроде бы даже еще дешевле, 17,10. Вот такая вот Клиник. Сейчас вам распакую ее. Самая классная помада, которая у меня была. Я ее уже давно хочу. Но вот мы решили с сыном сделать такой тебе подарочек на 8 марта друг другу. Один и тот же оттенок. Вот такая вот она. Вот такой цвет. Она, кстати, у меня на губах сейчас. Так что вот она у меня на губах. Это еще та, которая у меня осталась. Предыдущая сейчас покажу, кстати. Так, вот моя старая помада, она, конечно, такая уже страшненькая, но сколько ей лет уже, вот полностью она закончилась, видно. Классная, она много, я же говорю, помад пробовали, это просто супер, она мягенькая, она увлажняет губы, просто супер, идеальная помада. Вот такая вот, вот такой оттеночек, ну, я же говорю, она на моих губах, очень нравится эта помада, классная. Всем рекомендую, попробуйте. Возможно, какой-то отдельный оттенок. У нас сынный оттенок 0,5. Мелон поп. Так что, классная помада. Все. На этом будем прощаться. Я уже сделала полностью распаковочку. Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний влог. Не забывайте ставить лайки. Также комментировать наше видео. Нам очень приятно общаться с вами в комментариях. Кто не подписан на наш канал, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Также ставьте лайки, комментируйте наши видео. Все, спасибо за просмотр. Всем пока!